Как хорошо запоминать? Хорошо запоминать, когда я задаю вопрос, а вы на него отвечаете. Вы можете отвечать здесь в чате, когда пишете. Вы можете отвечать, если пишете у себя в блокнотах. Очень многие, я знаю, приходят ко мне на вебинары, у них блокноты или у них, естественно, средства достижения, компьютеры сегодняшнего дня. Да, и вы конспектируете. Классно. Кто-то, кто кому-то важно быть здесь и сейчас, он ничего не записывает, нигде не отвечает. Отвечайте хотя бы вслух. Или, если вы не можете вслух, про себя, но формулируйте четко свой ответ. Сегодня главное понять не что я думаю, а что ты думаешь. Угу. А когда ты соединишь свои ответы с моими с моей информацией, давай так будем говорить, то получится тогда вот истина. Угу. Поэтому, пожалуйста, будьте активными, активными участниками.